Сейчас на улице 10 градусов тепла, но в принципе как бы прохладно, солнца нет. И в такие моменты лучше немного подкормить пушистых котят, кошку, которая живет тут по дороге на работу. Сейчас взяли корма немножечко, подкинем им поесть, чтобы они не замерзли, согрелись. Ну, для начала нужно до них добраться. Вот. А так, в принципе, по возможности желательно котят и кошку подкармливать постоянно. Они бездомные, а 16 рублей в день не такая же большая ноша. Зато будем точно знать, что они не умрут с голоду. Вот. Особенно зимой, когда холодно, осенью, когда мокро и холодно. У них там, конечно, есть небольшой домик, но тем не менее лучше подкормить. Есть там и женщина, которая приходит их подкармливать. И еще ребята там разные приносят их вкусняшки. Если в тарелке что-то лежит, то просто оставляем запечатанный пакет рядом с тарелкой. Следующий, кто придет, посмотрит, даст. Если тарелка пустая, то можно наложить. И но они, в принципе, все равно все сразу съедят. Так что как-то так. Походу не голодные котятки. Вот большие, готовы поесть. Обнимай своего друга. Все? Подружились? Обниматься будете? Все, пойдем. Пока-пока скажи. Пока-пока. А воздушный поцелуй? Зебра, да, твоя? Да, моя зебра. Твоя лошадка. Моя лошадка. Лошадка моя. Она моя лошадка. Она моя лошадка.